Рад вновь поприветствовать тебя на своем канале. На часах 3 часа ночи, и во мне, как всегда, проснулась лутка, и на этот раз я решил записать ролик по Gates of Olympus 1000. Вот, сразу же брать бонус колынам не буду, как в прошлых роликах. Давайте попробую лучше взять вот за 3000. За 3000, думаю, самая нормальная сумма. Вот. Чисто за пол балика. И погнали смотреть, в принципе, что она даст. Сделаем чуточку потише, чтоб он не орал. Так, и 5 пустых спинов. Правильно я понял? Ну, конечно. Дед, как всегда, на выдаче, я смотрю. Алло, просыпайся, чертила. 7 рублей наиграла. Ни мед не дал, ни фиолетовых. 30 рублей бонус за 3К. Спасибо. Спасибо. Опять 7 рублей играет, блядских. Ну, еще иксов кинь. Или, ну все уже. 300 рублей. Охуенно. Иксовку кинь, ублюдок, и часики дай. Иксовку кинь, иксовку кинь. Хорошо. Хорошо, фиолетовые. Фиолетовый, Ах ты ж сучка. Ну сколько это? Это 1400. И это даже и близко пока не оку бонуски. Кинь иксовку. Желтый, так, зелененький, зелененький или красные. Часики, часика 2 доставь, часика 2 доставь. Пидорас. Я уж испугался уже слова говорить, типа, подумал, что она на Твиче, как бы. Так, хорошо, может зеленый как-нибудь? Нет, никак. Никак, отвечает нам дед. Ну, в принципе, это оку бонуски, это неплохо. Еще на последней спине наиграй что-то? Ну, конечно, блядь. Так, 6800. Вы-ка чуть-чуть знаете. Просто вот так вот. Не, ну это дорого, вот так по 125 шансиком бахнем. Может быть сейчас как уебет x1000. Короны сыграют, вот например сейчас x1000. И все. Ну да, размечтался. Напоминаю, что играю я на аппаратике Vega. Vega — это быстрые выплаты без верификации. Бонусы, бесплатные рейкбеки, кэшбеки. И в целом... Также промокоды в моей телеге, обязательно на нее подписывайтесь, потому что сейчас блокировка Ютуба, вся вот эта хуйня, и в телеге все бонусы на данный казинагич. Вот. Так что обязательно об этом помните. Но если никогда не играли и как-то случайным образом попали на этот ролик, никогда и не начинайте, оно вам не надо, это будет только зависимость, въебы, лудомания, и это все о хорошем никогда не заканчивается, поэтому... Если не играли, то и не начинайте. Вот, а тем временем дед уже сожрал 2 косаря. Даже чуть больше. Может, иксовку кинешь? Ну, кинь иксовку. Красный сыграй и кинь какую-нибудь... Какие-нибудь икс-100. Ну, алё, блядь. Блядь, Дина, кинь иксовку. Бля, ну ты старый, конечно, пиздец. Одного скатера не доставил. Ну ладно, давайте не будем крутить. И возьмем за 2000. За 2000. Все-таки 1000 на Олимпус — это слот с высокой волатильностью. И здесь не стоит брать дорогие бонуски. Вот. Будем вот так чисто по лайту сегодня двигаться. Без алынов. Особо без всего этого. Кольца играют хорошо. Но вот то, что ты 2х накинул. И еще одну 2х накинул. Это отвратительно. И еще одну 2х накинул, вот это можешь вообще идти нахуй. Вот. Если вдруг кто еще не... Ну что найс? 3 2х-овки накидал, бля, и найс кричит. Чурла, бляха. Летающая. Ничего. О, кольца может как-нибудь или... Ну, никак, никак. 90 рублей, случайно скипнул. Не осуждайте меня за это в комментариях, пожалуйста. Кинь сюда иксовку. Ну кинь сюда желтеньких, зелененьких доставь. Ну ты, блядь. Гандон ты, дед, вот кто. Пенсию мне свою отдавать не хочешь. Блять, одного часика не хватило. Гадость такая, не может доставить. Одну желтую, по-моему, или две желтые не доставил. Просто мотает пустые спины.
Как хуесос, блядский. Просто бездарный. Ну кинь сюда иксовку. Желтенькую одну доставь или две. Молодец. И иксовку, иксовку. Ну, блядь, реально хуесос. По-другому его и не назвать. Две желтые. Хорошо, молодец. И колечко каким-то чудом. Блядь, сколько тут не хватило? Одного кольца, по-моему, не хватило. Но это, тем не менее, это укуп. Это действительно неплохо. 26 икс у нас еще накоплено. Но всего 300 рублей. И... Да давайте еще одну такую же за 2000. В целом... Ну, за 1000 уже вообще бред, конечно, брать. А за 2000 хоть что-то. Хоть что-то может быть. Кинь иксовку сразу же. Колечко одно доставь и иксовку. Просто x10. Ну какие x2, братишка, еще кинь. Хотя бы x2 еще докинь одну. Желтых две доставь. Ну, надо было больше просить. Ладно, x2 так x2. Хоть что-то в целом для первых двух спинов более-менее. Ну вот главное, братишка, чтобы ты так сейчас пустые спины-то и не мотал. А одного скатера доставь? Ну, доставь один скатер или иксовку кинь. У тебя есть выбор. У тебя есть выбор, либо скатер, либо иксовка. Ты свой выбор сделал. Может, еще один скатер? Хорошо, с 2х скинул. Ну, ладно. Жмотяра. Жмотный дед. Два колечка. Одно колечко доставь. Или два, или сколько. Да, одно осталось уже. Все, молодец, иксовку докинь. Ой, хорош, дед. Короны, пожалуйста. Короны. Пойдет. Сколько это? Покажи мне эти мани. Это реально crazy shit. Покажи мне эти грязные деньги. Эту грязную прибыль. Я уже пришел, чтобы ее забирать. Но если бы там короны, конечно, бы сыграли, это был бы вообще пиздейшн. Я думаю, все понимают это прекрасно. Вот. Также напомню, что ролики выходят каждый день на этом канале. На канале Ебени в 11:45. Вот. Так что обязательно приходите и лутайте свои наслаждения от просмотра. А в скором еще и бабки, потому что в скором буду в телеге за комментарии разыгрывать, поэтому чем больше вас сейчас на начальном этапе в телеге соберется, тем быстрее я буду разыгрывать бабки за комментарии, подписки и прочую билиберду. А пока давай покрутим вот так вот. Может быть, что-то накинет, если бонуску поставит, в принципе, с шансом. Это вполне возможно. Ну, кинь сюда какой-нибудь x10. Ну, блядь, ты, конечно... Не хочет мне дед свою зарплату отдавать, хотя вот прошлая бонуска вон x200 аж дала. Даже больше, поэтому... В целом, как бы ему простительно. Ну, вот сюда иксовку кинь и вообще заебись. Ну, понятно. Зато сюда ты, конечно, кинул и ничего не сыграла. Молодец ты, конечно. Лучший дед, лучший. Не, на самом деле 7000 так-то... Можно уже... По чуть-чуть-то и подвывести. Ну а чё дрочиться-то? Иксовку кинь, и можно точно будет выводить. Ну, со скатером уже не кидает иксовку, да? Тогда доставь 3 скатера и, блядь, дед, ты прощен. Тебе простим все. Ну ладно, все, хватит эти копейки уже мотать. Заёб. Давай, наверное, где-то до... Вот так вот, на быстрой игре, до... 7000 докрутим. И будем, наверное, купим бонуску там за 1003. А так, может быть, сейчас быстрыми спинами поставит. Доставь одного скатера, одного детка. Ну ты, блядь, конечно. Недалекий человек ты, дед. Вроде бы уже в почетном возрасте, а дать нормально бабок не можешь. В чем тут бабки и почетный возраст, спрашивается? Не знаю, просто я такую связь у себя в голове построил, вы меня не спрашиваете, почему именно так. Ну, блядь, гандон. Ну и последний вот за 50. 20 рублей в целом, лишними не будут, все в казну. Все в банк. Сами, в принципе, знаете этот момент. Вот. Копейка рубль бережет, все мы это прекрасно понимаем.
Ну ладно, он нас слил, и давайте за 3000 в целом. На этот раз мелочиться вот так по 2000 не будем. На целый косарь больше, представляете, что сейчас косарь? На него можно, блядь, годами жить. Так, желтеньких. Ну, слабенько, дед, слабенько на самом деле. Ретригер, хорошо. Четвертого скатера, не знаю зачем. Ну ладно. Так, 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 что-то бы сыграло бы сейчас. Иксовку кинь, колец доставь. Корону одну не хватило, конечно же. Решил меня, как всегда, дед забайтить на лоха. Ну вот сюда иксовочку, одну желтую доставить. Одну желтую доставить. Одну. Хорош, молодец, просто лучше. Только ты еще иксовку бы накинул. А так вообще, ой, бля, вот это жир. Зеленок, зеленок. Ах ты ж, блядина. Вот это, кстати, хорошо. С 34 иксами можно сейчас что-то за 7 спинов придумать. Просто короны играют, иксовку накидывает, и все. Это, ну, просто пиздец. Это разъеб был бы, но так это в целом косарь 100. И это почти окуп. Так, блядь, одной зеленой не хватило. Ну, дед, играй что-нибудь. Ну, ты пиздец, конечно. С такой иксовкой все просрал. Ну... накинь икса, желтых доставь, икса накинь. Накинь икса одному, все, это уже хорошо будет. Ну, блядь, это было 1500. Давайте за 3000 в целом так же. Ни ниже, ни больше. Как говорится, стабильность признак мастерства. Одной короны, правда, ты не доставил, но это было вообще очень нестабильно. Нестабильный плюс, это всегда плюс, так что... Я думаю, вы сами все прекрасно понимаете этот момент. Ну, похоже на то, что это чистые минуса, пустая бонуска. Так что я его просто проскипаю, не обессудьте. Не обессудьте, что допустил такой грех проскипать бонуску. Но тут уже просто чувствовалось, что вот будет такая хуйня. Давай до 3 докрутим, вот так вот просто быстрыми максимально спинами. И за 3000 купим, и будь что будет. Даст какую-нибудь, так сказать, x300-320, будет уже вывод. Вот. Не даст, ну, увы. Минусовой ролик. Вот, но зато записал, вас порадовал, и в целом это главное. Вот. Так что да. С первого спина сыграть, конечно, не сыграешь ты. Со второго спина сыграть, конечно, ты не сыграешь. С третьего спина что-то сыграет, но ты не кинешь иксовку, конечно же. Ты же не кинешь иксовку, я знаю. Я уже все скрипты в этом слоте выучил. Это тоже пустой спин. Но, судя по всему, это тоже можно проскипивать. Даже? Ну вот сейчас кинь хотя бы, просто сохранить. Ну кинь иксовку, нормально будет. Ну, естественно. Да все, тут можно скипать уже, он, ну, ничего не дает. Тут по выдаче видно, что хуебора. О, блядь, 54 рубля. Ну, ничего не играет, как всегда. Одного кольца не хватило. Ну, в целом, вы сами все видите, 200 рублей. Дед, как всегда, блядь, все слил. Давай даже без шанса просто по 60 рублей докрутим. Додеповать ничего не буду, потому что в целом, ну его нахуй. Вот, сейчас опять все солью. Я, конечно, не наигрался на самом деле, но лучше я сейчас пойду уже спать и... Ну, не буду заигрываться. Вот, тем более ролик я записал для вас. Ну, вот последний спин за 100. Два скатера — это пизда. Ну,
Конечно же, ты мне ничего не засчитал. Ладно, друзья, никогда не замазывайтесь. Играйте с умом. Лучше вообще не играйте. Но если играете, то по ссылке есть казик, которому можно доверить игру. То есть там не верификация, опять-таки, кэшбэкичи, рейкбэкичи, моментальные выводы. Ну, или быстрые выводы, по крайней мере. Вот. И все такое. Вот, поэтому всем пока. И опять-таки, не замазывайтесь. Вот, и... А лучше вообще в это все не играть и просто смотрите мои ролики и наслаждайтесь. А, как всегда, с запозданием бабки зачислили. Давайте вот за 20 рублей еще спин. Конечно же, он нам ничего не дал. И в третий раз всем пока.